Всех приветствую на нашем канале, это рубрика «Мужская кухня». Сегодня хочу с вами поделиться рецептом, как приготовить прекрасный деликатес – пряную провесную скумбрию. Готовится несложно, получается, как всегда, очень-очень вкусно. Эта скумбрия красит любой праздничный стол или застолье. Для приготовления я буду использовать крупную атлантическую скумбрию, которую я заранее почистил и промыл. Как почистить скумбрию, не разрезая брюшко и не отрезая голову, есть видео у нас на канале. Внизу этого видео в описании будет ссылка. Также можете перейти по подсказке. Для посолочной смеси я буду использовать на данный объем рыбы 2 литра воды, соль, лавровый лист, сахар для усиления вкуса, черный перец горошком, душистый перец горошком, звездочка бадьяна, гвоздика, палочка корицы, кориандр и мускатный орех. Сейчас я буду смешивать эти специи, измельчать на кофемолке. Вы тем временем не забудьте подписаться на канал, кто не подписался, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Отправляю в кипящую воду соль, сахар, и размешиваю. И отправляю сюда же специи измельченные. Все тщательно размешиваю. Даю провариться 2 минуты. Выключаю и даю остыть до комнатной температуры. Посолочная смесь остыла до комнатной температуры. Беру я пищевой контейнер и отправляю в этот пищевой контейнер рыбу. Еще раз перемешиваю посолочную смесь и заливаю посолочной смесью рыбу. Накрываю рыбу бумажными салфетками. Это делается для того, чтобы рыба полностью была покрыта посолочной смесью. Можно использовать марлечку. Накрываю крышкой и убираю в прохладное место на 48 часов, на 2 суток. Холодильник. 48 часов прошло, рыба просолилась, такого очень пряного аромата. Теперь эту рыбу необходимо подвязать за хвост и повесить на просушку на 2 суток. Вот так вот я привязываю, то же самое я проделываю с каждой. Несколько рецептов провесной скумбрии есть у нас на канале. Все рецепты проверены, есть рецепты чисто по ГОСТу. Рекомендую, чтобы вы попробовали в данном соотношении эти специи. И вот таким образом я подвешиваю сейчас, отодвигаю каждую друг от друга и буду ее просушивать в течение 2 суток под вентилятором. Она немного подвялится, подсохнет, и через 48 часов эту рыбу можно будет подавать к столу. Итак, мои хорошие, прошло 48 часов, 2 суток. Пряная провесная скумбрия повисела у меня под маленьким вентилятором, который гоняет воздух. Провялилась и немножко подсохла. Вот так она сейчас выглядит. Очень такой плотной текстуры, приятного аромата специй и пряностей. Эту рыбку можно также было повесить на балкон, если у кого-то нет вентилятора, или в какое-то проветриваемое помещение. 2 суток достаточно, чтобы рыба была готова. Она вот такой вот плотной текстуры и готова, чтобы подавать эту рыбу к столу. Хранить эту рыбу можно замотать в пергаментную бумагу и убрать вниз в холодильник. В течение недели она смело может храниться в холодильнике. Также можно замотать в пищевую пленку или запаять в вакуумную упаковку и убрать в морозильную камеру и при необходимости разморозить в течение суток в холодильнике и потом нарезать и подавать ее к столу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому это видео было полезно, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Живите вкусно и творите сами вкус своей жизни. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.